Это приманка X-Rap Jointed Shad от Rapala. Как следует из названия, ее корпус состоит из двух соединенных частей. Также под ее покрытие встроена фольга, которая ярко блестит под водой. Эта приманка работает на сверхмалых скоростях, и она не предназначена для скоростной проводки или троллинга. Просто забрасывайте ее и медленно наматывайте на леску или ведете за кормой лодки. Корпус из двух частей вместе со встроенной фольгой гарантирует привлекательный блеск. А встроенные стальные шарики дополнят ее игру шумом. Как при спиннинге, так и при троллинге она подарит вам яркую, агрессивную игру. И хотя X-Rap Jointed Shad хорошо работает и при стандартной проводке, на нее можно ловить немного по-другому, если рыба покажется вам слишком медлительной. Наматывая катушку, выведите приманку на нужную глубину, а потом резко дерните удилище и сделайте паузу. Затем снова начните проводку, рывок и пауза. Приманка будет резко рыскать в сторону и останавливаться, повисая в воде, что даст заинтересованной рыбе повод принять ее за легкую добычу. Это очень полезная техника, особенно при ловле на эту приманку. X-Rap Jointed Shad — отличная приманка.